ученик и родитель имеют право зайти на сайт школы, через сайт школы зайти на электронно-образовательную среду, выбрать тот предмет, который их интересует, найти тему урока. Ребенок может выслушать объяснение темы урока, получить задание по этой программе и успешно его выполнить. И это задание затем проверяется учителем для выставления оценки. Но не везде так красиво. Это только план для выхода с каникул. В школах Бурятии столкнулись с самой настоящей чехардой заданий. Почти каждый день требует регистрации на разных интернет-платформах. Это было в начале Учи.ру, потом Рэш, Я.Класс. Я не удивлюсь, если через какое-то время еще одна какая-то платформа появится. Дело не в том, что первоклассник там справится, не справится. Да? Многие родители, мне кажется, не справятся с регистрацией. Да, там, ну и уже видны трудности, то есть во всевозможных чатах, да, там, и с друзьями, там, с которыми общаюсь, тоже, которые родители молодые. То есть они говорят, там, что, как вообще происходит, ну, то есть, что делать, как регистрироваться. Мы там не можем, мы здесь не можем зарегистрироваться. В некоторых школах Бурятии вообще решили не париться и заниматься по старым добрым бумажным учебникам. Подготовка пока никак не ведется. Учителя пытаются как-то настроиться на дистанционное обучение, но мне кажется, этого не будет, потому что они не очень хорошо владеют скайпом и интернетом. А как у нас это проходило в прошлый раз, нам скидывали раз в неделю такой огромный список с домашним заданием. И в конце недели, или когда мы выходили на учебу, это все проверяли просто. Почему родители школьников сталкиваются с такими проблемами при подготовке к дистанционному обучению, когда им предлагают сначала одну интернет-платформу, затем появляется другая и, наконец, третья? На всех нужно зарегистрироваться. Мы решили узнать в Министерстве образования и науки Бурятии. Направлен документ с рекомендательными ресурсами по дистанционному обучению. То есть это прежде всего такие платформы, как Российская электронная школа, Московская электронная школа, Яндекс.Учебник, Учи.ру и многие-многие-многие другие. Вообще на самом деле таких ресурсов огромное количество. Поэтому меня очень часто удивляет, когда некоторые учителя советуют регистрироваться на каких-то платформах, которые подразумевают какую-то определенную оплату. Меня лично волнует, что нет никакой какой-то определенной, знаете, определенного списка правил, да, где, когда и какая школа должна регистрироваться. То есть какая-то от Министерства образования мне такое чувство, что как бы просто сказали школам, типа, решайте сами. То есть и убрали руки. Учитель самостоятельно выбирает платформу. Перечень рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации платформ, он известен, он давным-давно направлен и во все школы, и в районное управление образованием. Если совсем такой возможности нет, а у нас есть в том числе и сельские школы отдаленные, соответственно, там они дистанционное обучение рассматриваются в иных формах. То есть это копируются какие-то определенные задания, тесты и передаются для того, чтобы они к определенному сроку были решены. Напомню, дистанционное обучение в школах начнется с 6 апреля. Дата окончания пока ориентировочно 13 число, если снова не продлят карантин и самоизоляцию. Садном Иртынеев, Булат Зандаков, телекомпания АТВ.